Ульяновские аграрии воспользовались теплой апрельской погодой и начали сеять яровые чуть раньше обычного. На сегодня засеяно больше 90 тысяч гектаров земли. Это 13% от общего плана. Работают без выходных, а в некоторых хозяйствах и вовсе круглосуточно. На полях агрофермы Абушаев Ульяновского района посеяли овес, перешли на ячмень и яровую пшеницу. Ну, на данном поле у нас планируется сев ярового ячменя. Агрегат будет сеять этот трактор «Масей» Фергусон, и сеялка у нас «Амазон» «Цитан» 12 тысяч, то есть 12-метровая сеялка. К сельскохозяйственному сезону аграрии готовились всю зиму. Закупали минеральные удобрения и семена, приводили в порядок технику. За работой механизаторов в полях следят агрономы с помощью квадрокоптеров. Техника выручает. В холодное время года следят и за состоянием озимых. Они, кстати, чувствуют себя прекрасно. 51% культур находится в хорошем состоянии, остальные в удовлетворительном. Гибели посевов не наблюдается. Об этом рассказал глава Минсельхоза Михаил Семенкин на последнем штабе по посевам. Сегодня у нас с вами посевная площадь 2023 года составит 1 миллион 56 тысяч гектаров. Яровой сев в 2023 году составит 738 тысяч гектаров и 252 тысячи гектаров мы с вами отведем в текущем году под поры. Итак, что касается зерна. Напомню, что федеральным центром Минсельхоза России для Ульяновской области определен целевой показатель в текущем году. Это валовый сбор зерна менее 1 миллиона 660 тысяч тонн. Это среднее многолетнее значение. По прогнозам регионального Минсельхоза, средняя урожайность в этом году составит 26,5 центнера с гектара. Это при условии средних температурных режимов. Но, как показывает практика последних лет, погода постоянно преподносит фермерам сюрпризы. От засухи до проливных дождей и заморозков. Анна Тищенко, Улправда ТВ.